Елена и еще одна Юлия. А жених у нас Евгений. Привет, рада видеть снова нас. Приходите. Евгений, 33 года. Был жестоко избит при очередной попытке увидеть свою дочь, которую бывшая супруга скрывала от него 4 месяца. Евгений в прошлом сотрудник спецназа, ветеран военных действий. Сейчас работает детским тренером по легкой атлетике. Признается, что излишне стеснителен. И никогда не обратит внимания на слишком заумную барышню и не сможет ужиться с домоседкой. Женится на активной кореглазой брюнетке, которая родит ему 2 детей. Здравствуйте, Женя. Вы у нас уже не первый раз, поэтому я сейчас предложила бы вам напомнить о вас зрителям. Конечно. Давайте. Меня зовут Евгений. Я пришел найти свою любовь, а в этом мне поможет моя дочь Виктория. Скажи, пожалуйста, а ты хочешь, чтобы папа женился? Да. А чтобы она какая была, добрая? Да. А чтобы она была красивая? Да. Как кто? Как мама. А ты видишься с мамой? Ну да. А ты... Ну, папу она не любила. Не любила? Нет. А ты с кем хочешь больше жить, по-честному, с мамой или с папой? С папой. Да, она звонила, приехала полиция, говорят, что у вас кислоток кого-то, пытаются облить, там убить, что-то такое. Нам был звонок, поступил, я говорю, я вот с ребенком на руках практически пытаюсь уложить ее. И соседи свидетели, что вы приличный молодой человек. Да. Ребенка полюбить совершенно нетрудно, потому что неважно, он свой, чужой. Я больше тебя не буду бить. Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я. Это мне очень понравилось, и мне кажется, у нас получится такое отношение. Я не знаю, это обоюдно или нет, это будете спросить. Обоюдно. Не сложилось с этой девушкой? К сожалению, нет. Почему? Девушка приятная, хорошая, и в силу своего возраста, скорее всего, мы остались просто друзьями, она приятный, хороший человек. Жень, сегодня программа тяжелая, я так понимаю. Да, очень сложная. Поэтому предлагаю ничего не скрывать ни от наших невест, ни от наших зрителей. Конечно. Я понимаю, что вам сейчас вообще не до женитьбы. Дело в том, что в период подготовки к нашей программе на вас было совершено покушение. Вообще, давайте все расскажите, как есть. Как тебе жених? Симпатичный. 4 назад. Я встретился с дочерью, она пыталась всячески меня убедить, ну, рассказать в том, что она хочет жить со мной, и ей очень сложно жить с мамой, поскольку у нее появился новый молодой человек, и ей не совсем комфортно жить в этих условиях. В силу того, что закон, суд именно, признал, точнее, вынес решение, чтобы дочь проживала именно с мамой, мне пришлось вернуть дочь маме, как бы тяжело мне не было, и насколько бы сильно не хотела дочка. С того момента, это был где-то май месяц, с мая месяца бывшая жена периодически прятала ее, не давала возможности практически за все летние каникулы, которые были в детском саду, и дочка готовилась сейчас к школе. Многие разводятся, сходятся, но из-за большой любви к ребенку многие мамы даже обижаются, что мужчины не хотят после развода встречаться с детьми. И дело не только в элементах. Почему в вашем случае такая агрессия по отношению к вам? Она использует ребенка как инструмент манипулирования. Зачем? Почему нельзя было договориться с женой полюбовно? Я пытался это сделать, и я понимаю то, что ей, дочке, будет комфортно все-таки получить какую-то любовь от мамы. Дайте, без эмоций. Вот просто, почему у вас удобнее? Потому что школа рядом с вами, вы зарабатываете больше денег, потому что жена алкоголичка, жена приводит в дом чужих мужчин. Вот просто по фактам. Факт простой. Мне комфортно с дочерью, ей комфортно со мной. Все, больше здесь момента никакого. А если послушать жену, она скажет, мне комфортно с дочерью, а дочери комфортно со мной. Это естественно. Жених, на мой взгляд, очень интересный. Мне он понравился. Я хотел бы просто видеть ребенка, но будет, не больше. Чем она будет старше, тем она будет больше нуждаться в женщине. Это я понимаю тоже. Жена ограничивает, да, общение ваше? Она категорична к нашему общению, и поскольку у нее сейчас новая семья, я ни в коем случае не препятствую этому. Ну, в принципе, я понимаю то, что физиологическая потребность женщины иметь мужчину. Может быть, вы настраиваете девочку против матери, и мама это почувствовала, и поэтому она не хочет, чтобы вы встречались? Что, когда вы разговариваете с дочкой, что вы говорите о ее маме?
Что она хорошая, что она тебе поможет, смотрите, какие-то женские моменты. Честно, какие женские моменты? Малое дитё ничего не понимает. Вот как мамочка называете её или это? Или опять себе к это ехать? Нет, в любом случае хочешь? Я её называю по имени и зову её мамой. И понимаю то, что ей комфортнее. Скажите, жена выпивает? Должны. Я сейчас не могу сказать, я 4 месяца её не видел. А раньше она выпивала? Мы разошлись из-за того, что у нее были такие инциденты. Девочку поднимала руку на дочку, не ухаживала за ней, бросала ее. Нет, такого не было. Как у тебя жених? Интересный, в принципе. Ситуация у него, конечно, тяжелая. Ну, тебе не страшно с тяжелыми ситуациями? Ну, думаю, вместе справимся. И вот в этом году девочка пошла в первый класс. Я пришел 1 сентября на линейку, потому что это в первую очередь, первый праздник в ее жизни. Да, праздник знаний. Угу. Столкнулся с ситуацией, то, что мне не сообщили, в какую школу она пойдет. Мне приходилось через сотрудников полиции выяснять, в какую школу она пойдет. Время, назначенное в 9, оказалось для других классов. И я пошел к жене по адресу проживания жены, куда постучался, сказал то, что я хочу видеть дочь, потому что сейчас пойдем вместе на линейку. Она периодически долго не открывала, потом в тот момент, когда открылись двери лифта, вошли сотрудники полиции на лестничную площадку, она открыла дверь, сказала, вот мужчина беспокоит мое присутствие и пытается встретиться с ребенком. Я показал решение суда о том, что мне не запрещено ее видеть. Договорились с ней, что мы встречаемся внизу, когда они выходят из подъезда. Я попросил ее об одном, то что поскольку я отец ребенка, она мама ребенка, я бы хотел этот праздник семьи, я бы так сказал, и знаний, между нами двумя только оставить, и плюс дочь. Попросил, сообщил ей то, что я мог брать там... Нежелателен мужчина, с которым она проживает? Да, все верно. На этой линии. А сколько она проживала с этим мужчиной? Я вот здесь не могу сказать, не более полугода, может быть, вот такие отношения. Но девочка его знала, как... Самая поразительная история, то, что на протяжении всего времени, то, что она проживала с ней, бывшая жена отказывалась говорить, как его зовут. В каких отношениях они стоят, где он до этого проживал. Ну, хорошо. Никакой информации о нем она не говорила. В общем, они вместе жили, он не тунеядец, не алкоголик, не наркоман, и он имел право, воспитывая вашу дочь вот в той семье, тоже быть на линейке на этой. Что за условия за такие? Я попросил, поскольку это моя дочь на протяжении длительного времени. Mm-hmm. То есть он не приходил к ней в те моменты, когда мы ходили там в поликлинику, не ухаживал Мало за того, ней. Мало того, он не находился рядом, когда ваша жена носила ее под сердцем этого Все ребенка, верно. Не менял подгузники и так далее. Но пришло время, когда вы расстались, и появился там другой мужчина. Я попросил ее, что мне будет неприятно, и мне было бы комфортно. А она сказала, чихать мне на тебя, приятно тебе или неприятно. У меня новая жизнь, смирись с этим. Это принял ее решение, но в любом случае попросил о том, что я попросил. Она вышла из дверей, шла вместе с дочерью. Ее молодой человек, как я понимал, мы до этого не встречались. Единственное, связывались по мобильному телефону. Единственное, он говорил то, что он сотрудник полиции. Мне всячески угрожал. Какие-то там разговаривал на терминах, которые, в принципе, в преступном элементе. Я его уточнял. Ребенок живет в семье с матерью, где присутствует другой мужчина. Вы не готовы сейчас найти общий язык, с этим отчимом? Вашей дочери. Нет, мы разговаривали по телефону. По-прежнему, как раньше, уже не будет, милый. Я знаю. Да. Это я понимаю. И вот я вышли, злились, нудили, наверное, что я же нет, просил тебя. Нет, ни в коем случае. Я просил тебя, не бери его, с какой стати он здесь на линейке или нет. Нет, ничего подобного не было. Они вышли вдвоем из двери дома, проживают по номеру 7. Школа находится номер 12. Да. Там буквально 40 метров между домом и школой. Она прошла впереди, молодой человек шел сзади. Я присоединился к дочери, он шел позади. Перед тем, как они спустились, из отдела полиции мне набрали и попросили прийти в отдел полиции, поскольку они хотели бы мне задать вопросы какие-то. Я объяснил то, что не могу к ним прийти, потому что вот буквально сейчас без 15:11, в 11 у моего ребенка линейка, я хотел бы это время находиться с ними. Я понимал то, что полиция каким-то образом будет, может быть, мешать, либо еще каким-то образом создать ситуацию, то, что я не смогу в этот момент встретиться с дочерью, поскольку вот такая ситуация произошла. Уже сотрудники полиции выезжали. Ну, потому что вы вели себя как маньяк. Я вам сейчас объясню. Я понял, миленький, может быть, со стороны как-то. Я не нападаю абсолютно Хорошо, на вашей стороне, понимаю. Потому что вы сейчас нездоровы. Это такое нервное у вас потрясение. Вы ведете себя как нездоровый человек. Вот смотрите, вы пришли, линейку отложили с 9 до 11. Она не права, что скрыла от вас,
где будет учиться девочка, да, вы пошли в чужую семью, потому что это уже не ваша семья. Ребенок-то, ну, вы не должны были, потому что у вас накаленная обстановка, да? Вы стали выдвигать свои условия, которые абсолютно неприемлемы для вашей были жены. У нее есть мужчина, с которым она живет. Эта ситуация неприятна, потому что для них тоже это был праздник 1 сентября. И вы себя вели как ненормальный. Поэтому была полиция, поэтому звонки и так далее. А вы сосредоточены только на своем страдании, что от вас отрывают этого ребенка. Вели себя неадекватно. Я понимаю, о чем вы говорите. Не знаю, он как-то рассказывает о всей этой ситуации с одного угла. Интересно бы было послушать, что по этому поводу думает его супруга. Когда началась драка? Кто на вас напал? Идем вместе с дочерью, и в этот момент дочь начинает плакать, панически реагировать на меня. А почему у девочки паническая реакция? Ее настроили таким образом, то, что я не могу это объяснить. А что она делает? Она кричит, рвется к маме, а вы ее не отпускаете. Что? Я нахожусь приблизительно, вот как я сейчас от Розы нахожусь, приблизительно в таком расстоянии. Понимаю то, что у нее отторжение меня идет. Я удивляюсь, почему. И иду прям рядом. Не пытаюсь ухватить ее, либо еще что-то сказать. Мы поставили ребенка в линейку, там, где дети должны именно строиться. Сзади ко мне подошли люди. Именно ее молодой человек схватил меня за правую руку. Сзади подошел еще один сотрудник полиции. Я уточняю, вы кто, по какой причине ко мне обращаетесь, и смотрю на него, почему он ведет себя таким образом. Я говорю, представьте, ситуация необходимая, что происходит. Да. Помимо этого, ко мне еще подходят два полицейских с одной и с другой стороны. Это все на линейке при детях? Это все на рядом с линейка, дети, родители. То есть в гуще я была на линейке гуще миллион событий, раз? Да. Да. Этот друг что вашей происходит? Бывшей за вами наблюдает или этот они не этот друг в поле участвует зрения? Непосредственно, он хватает да? меня за руку и участвует во всем этом мероприятии. Телефон у меня лежит в кармане, он кричит, ломай ему руки, у него там нож лежит. У вас? Да. Дочка все это видит? Дочь видит, все это на глазах детей, плачет? На глазах родителей. Конечно, ребенок наверняка Алис нервничал, что родители поссорились, поругались так 1 сентября. Это же какой важный для ребенка вообще день. Вас избили? Мне угрожают и говорят, мы сейчас тебя отвезем туда-то, и с тобой ты еще не то нам расскажешь и все остальное. Я понимаю то, что мне деваться некуда. Что это за люди и что будет происходить там? Начинаю перемещаться, и в тот момент, когда они немножко отпустили меня, я убегаю от них. Убегаю и слышу, за мной едут машины. Из этих машин выскакивают люди и начинают гнаться за мной. В гражданском. Я так понимаю, это друзья этого молодого человека, который, в принципе, гонится за мной, но у него силенка на это не хватает. Я пробегаю еще там какое-то расстояние, но понимаю то, что нужно возвращаться, потому что здесь что-то не так. Если я сейчас убегу... Хорошо, чем закончилась эта история? Закончилась тем, что я остановился, меня повалили, начинают избивать. Вы зафиксировали побои? Да. То есть были увечья, сотрясением, да? Сотрясением головного мозга. Я лежал в нейрохирургии. 3 числа я туда поступил, сегодня меня выписали оттуда. Да. Своим поведением сейчас и он, как мужчина, и его бывшая супруга просто, ну, на мой взгляд, они просто травмируют ребенка. Вы с женой после этого с бывшей общались? Никто мне не позвонил, никаким образом вы не связался. Вы ей звонили? Нет. Почему? Вы должны были позвонить и спросить, в чем дело, что случилось, почему в этот день на глазах? Дело в том, что когда меня отправили, грубо говоря, за решетку в отделе полиции, пришла моя жена и сказала, ну, что она свидетель того, то, что я угрожал кому-то, и написала заявление, то, что она это видела. Это была абсолютная ложь. Плюс пришел ее отчим, который написал такое же заявление. Плюс написал заявление ее сожитель, который, в принципе, меня пытается обвинить в чем-то. Я не знаю чего, потому что сотрудник полиции, который от меня просил, можете дать объяснение, по какой причине вы здесь находитесь? Я говорю, а можете показать именно, в чем меня обвиняют? Нет, не могу. Я говорю, еще была ситуация, именно? Когда да. на вас жена наехала на машине, да? Здесь именно момент того, то, что неоднозначно она относится ко мне и желает мне только зла. Был момент того, то, что я пытался встретиться с дочерью и приехал, чтобы это сделать. Она наехала на меня автомобилем, пронеслась по Щелковскому шоссе на красный свет, выехала на Щелковское шоссе и пыталась машину... Чем вы так ее достали, скажите?
Вы же по любви женились. Вы женились по любви. Да. У вас все было хорошо. Да. Да. Что между вами произошло? Ведь что-то страшное. Почему она вас не просто ненавидит, она вас презирает, она вас за человека не считает? Дело в том, что в момент брака между нами было куплено жилье. Она пытается от меня избавиться для того, чтобы я сказал то, что... Я подам в суд на раздел имущества, поскольку я имею там же долю, поскольку все деньги, которые у меня были, она забрала себе. Машину я оставил ей, деньги ей, имущество, которое было, оставил ей. Забрал только ребенка и тот момент, когда она поняла, то, что ей неинтересно с ней. Все. То есть полтора года она не участвовала абсолютно в жизни, ну, год-полтора она не участвовала в жизни ребенка. По-моему, он пришел просто рассказать про то, какой он бедный и несчастный, про то, какая у него ужасная жена, про то, как его обижали, а она вообще гадина, негодяйка, да. У него сотрясение мозга, но он пришел из больницы. У него же помимо этого есть жизнь и какой-то позитив. Почему он не принес этот позитив с собой? Женечка, смотрите, милая, у вас с женой не сложилось. Да. Вы больше с ней не будете вместе никогда. У вас есть дочь. Сегодня вы просто должны договориться с ней, но вы должны вести себя прилично. Я это понимаю. И смириться с тем, что у нее своя жизнь, собственно, она любит и спит с другим мужчиной. И она его любит. И, возможно, там будут рождаться новые дети, и я у вас появится новая женщина. Не цепляйтесь за ребенка так, вы только ей вредите. На какое-то время отступите назад. Дайте девочке хотя бы закончить первый класс. Я не думаю, что там мама садистка, и такая она вся ужасная. Нет, она замечает, и что у ребенка... Что... Ну, вот видите, что вы говорите. Да. Да, займитесь своей собственной личной жизнью. Жень, я понимаю, вас просто перемкнуло, вы ни о чем не думаете. Нет. Вы уязвлены. Поэтому прям все плохое, лети-лети, ни в кого не попади. Хорошо? Слава Богу, первый раз вижу, чтобы вы улыбнулись. Пока не решаются проблемы прошлого, конечно, сложно тоже начинать какое-то будущее, да. Но можно же друг другу помогать. Можно. В следующем году, со второй половины, когда он встретит женщину, и семейные дела начнут решаться. У вас в конце следующего года вот начнет с трудом развязываться ситуация. Да. 2016-го, да. Правильно? Сейчас пока это, знаете, так вот притирание, то в большом я плюсе, то в большом понимаю, минусе. Я понимаю, что этот год, он такой переходящий, вот, именно на следующий и год. И вот действительно, оставьте ребенка и жену в покое на время. Да, я тоже так думаю. Но предупредите ее, чтобы она берегла ребенка зимой и весной 16-го года. И вокруг Нового года на пороге 17-го. Вот. Хорошо. Но поскольку невесты все равно пришли и будут сейчас за вас бороться, я вот прям давай что-то советую. А что давать-то? Надо его отогреть, клин клином вышибает, собственно говоря. Ну что, хочешь, не хочешь, милая. Он же зациклен сейчас абсолютно на своем страдании в связи с дочерью. Он просто не просто купается в этом, он просто сошел с ума. Ну, женщина, может, как подход найдет. Ну, может, сложится, не сложится, но хоть поможет хорошему человеку. Ну, я тоже считаю, что вам просто срочно нужна женщина, срочно, чтобы она вас вымотала, как... Да нет, нужна такая, чтобы... Сексуальная зажигалка должна была такая. Знакомьтесь с первой невестой. Привет, Женя. Здравствуй. Меня зовут Юля. Я за этот год тоже прошла 9 кругов ада просто. Мне очень близка твоя ситуация. Я надеюсь, что я смогу тебе помочь. Ну или мы вместе будем решать наши проблемы. Девочка. Юлия, 29 лет. Экономист в энергетической компании. Гордится своими детьми. Мечтает жить в Италии. Предупреждает, что обладает даром убеждения. Признается, что на ней висит большой долг. Юлия много лет терпела проявление жестокости со стороны гражданского мужа в свой адрес. Но когда он применил запрещенный прием и выкрал у нее сына, не выдержала и подала иск в суд. Надеется, что Евгений станет ее защитником. Ну уж вот я не знаю, каким защитником он может вам стать, но то, что другом по несчастью, это однозначно. Боже, что это за гадость вот эта? Это моя слабость на самом деле. Куриные лапы такие.
Вот, хотела бы вас угостить всех. Да, ну, это все прям по руки подсаживаются. А почему это я-то сразу? Как это, значит, я люблю? Женьку угостите, да, ему как раз надо. Как раз голодный. И проверите его на вшивость. Будет он такой вот есть некрасивую еду? Ну, она не, может быть, она, конечно, некрасивая, но зато очень вкусная. Вот его угощают. Я раз не ужинал, угостите. Она вот женщина, да, она готовит, вот у нее дети все такие красивые, опрятные, а он что будет делать? Какие проявления жестокости со стороны своего мужа вы терпели? Ну, вы знаете, вообще человек очень тяжелый, постоянно издевался морально, меня давил. Вы были в официальном браке? Нет, в официальном браке мы не были. Ему по работе, как он мне говорил, нельзя было жениться. А кем он работал? Ну, до шпионом. Сих пор это остается тайной, да. Скажите, а как от сожителя, от садиста вы осмелились родить двоих детей? Ну, вы знаете, когда я забеременела первым ребенком, да, потом вторым, у него не было таких приступов агрессии. Видимо, у него в жизни что-то произошло, то, чего я на тот момент не знала. У детей прочерк в свидетельстве? Нет, он их усыновлял официально. То есть у них фамилия, все, да, это только папина. Вы были не женаты? Да. Я думаю, что у нее были сильные чувства, она была очень сильно влюблена, поэтому не ждала от него гадостей. Может быть, он приносил деньги, да и ладно, и вас все это устраивало? Ну, деньги он приносил маленькие, в основном я сама тоже зарабатывала. Вы смотрите, и денег не зарабатывал, да? Ну, и денег и отец был плохой, наверное. Ну, отец он, да, никудышный. Детей практически не видел, они вот сейчас даже, в принципе, какая к нему разница не привязаны. В возрасте? 2,5 года. 2,5 года. Представляете, то есть у вас была возможность уйти с одним ребенком, была. Например. Ну, так а что он? Ну, забеременела потом вторым ребенком. И у человека, человек начал поздно приходить домой, выпивать. И у него вот случались какие-то приступы, ну, агрессии непонятной. Терпела сколько могла. Родители у вас есть? Да, мама есть. Я не рассказывала маме, что Почему? У меня такие трудности. Ну, я не хотела ее расстраивать просто. Да, лучше бы мама сразу на похороны пришла бы, мало ли, правильно? Ну, я считала, что ситуация как-нибудь разрешится, что, может быть, у человека там на работе какая-то конфликтная ситуация. А может быть, вам просто нравилось жить в таких страстях? Нет, мне в таких страстях... А женщине, которой не нравится, она просто собирается и уходит. Живет на вокзале, моет там полы и выживает, если ей это не нравится. А если терпит, значит, и рассказывает, что... Нет, потом. Ну вот когда же он не пил, вот сейчас в 42-м, нет, вру, в 37-м году не пил, и в 90... Да, в конце 90-х тоже, по-моему. Вот вы так себе... Ну, ведете. Ну да, бесхарактерная, а да, почему согласна. Бывшие Терпела. У вас требуют долг 10 миллионов, а спине 12 миллионов? Ну, потому что просроченная задолженность такая. У вас? Ну да. Ну, бесхарактерная. Постоянно его взгляд, как у него изменился взгляд при словах «долг в 10 миллионов». Не так жалко. Ну, он хитростью, да, видимо, я не помню этой ситуации точно, поскольку у меня была Алиса маленькая, грудной Родион. Что там произошло? Какие-то мошеннические действия. Оформлялось очень большое количество машин на меня. И, видимо, где-то что-то, вот бумажку подсунул, где-то, может быть, на пустом листе бумаги я что-то написала. Я не знаю, я не помню. Суд он выиграл. Давайте, Татьяна, конечно, вы давно дружите? Да. Вы знаете, я как юрист помогаю героиню. Да, вот ваш взгляд со стороны. Я, собственно, вот здесь выражаю мнение, да, как юрист, что в любом случае нужно добиваться своего, добиваться правды. Я Юле верю. Мне кажется, она действительно вот такой честный, простодушный человек. Просто она очень доверчива. А как случилось, что он выкрал у вас ребенка? Сына, по-моему, да? Да. Ну, это тоже было 1 сентября, там очень все четко у нас, да, ребенка надо забирать в определенное время. Приходим, а мне говорят, а папа его забрал. Я говорю, ну как забрал? Он ничего не говорил, ничего не сообщал нам. А в итоге мне сказали, что он чуть ли не через забор попросил его перекинуть. Имеет вот право, он его отец. Ну, имеет право, он его отец. Ну, в итоге 4 месяца ребенка я не видела вообще. Пару раз он подвозил, брал вот старшую дочь. Ну, что, издевался над ребенком, что ли? Ну, он физически над ним не издевался, но морально, как он говорил, я отдам тебе сына тогда, когда отучу его от мамы. Я знаю, что у вас есть видео, давайте посмотрим.
Это вот свекровь моя и его младший брат вот так забирают у меня сына. Ну, не отдают мне его. Свекровь меня душила. Снимает? А снимает, ну, просто девушка, знакомая с района. Мимо она проходила, с собакой гуляла. Вот они мне говорят, типа, отдай нам Родиона. Вот это все, что она успела снять. Потом они увидели просто, что она снимает, и в рассыпную разошлись. Это ж мама, материнский инстинкт у женщины развит в 10 раз больше, чем инстинкт самосохранения. Просто вгрызться в руки, вот так вцепиться в куртки, пока тебе пальцы не оторвут. Скажите, пожалуйста, вы что-нибудь делите? Мы ничего не делим. Я имею в виду, вы на что-нибудь претендуете? Ни на что вообще не претендую. Квартира? Нет. Машины, ничего. Деньги? Ничего. Абсолютно. Угу. А как вы считаете, может быть, он боится, что вы на него повесите каких-то алиментов? Для чего ему сейчас нужно... Дети? Все это. Да, дети. Может быть, он таким образом вас хочет вернуть. Принципа. Может быть, он вас хочет вернуть снова. Ну, человек вообще, начнем с того, что человек очень удобно жил. Он сюда приходил к детям, у него тут был ужин, да, жили там вот 4 года, мы живем у мамы. И он периодически захаживал, как чеширский кот, да. У вашей, да? Да, у моей мамы. Хочу, приду, хочу, не приду. Детей вроде увижу, поужинаю, ну, вечером... А потом куда уходит? А потом либо к себе уходит домой, либо, я не знаю, в каком... Либо оставался у меня ночевать. А почему вы не жили, рожая детей в одной семье? Мы жили какое-то время одной семьей, а потом, ну, случилась ситуация, я в интернете познакомилась с человеком. Вот. Вот, и мне, потому что безумно не хватало внимания, и он меня поддерживал вот, просто как переписку. Угу. Я с ним переписывалась, и этот человек просто подвел меня к тому, что, Юль, так жить нельзя, себя надо любить и уважать. Собирай какие-то вещи и иди оттуда. Вот, и получается, под давлением вот этого неизвестного человека, впоследствии оказалось, он сам признался, что этот человек был от него, это была просто проверка на вшивость. Как вы из миллиона интернет-любителей выбрали именно этого? Это он меня выбрал. Угу. Вот, он начал переписку, причем он в течение года то пропадал, то исчезал. А как вы считаете, для чего нужна была провокация со стороны вашего гражданского мужа? А у него сложная ситуация решалась, там у него еще одна гражданская жена забеременела. У вашего бывшего? Да. Ну вот видите, какие подробности оказываются. Пока я была на 7-м месяце беременности, у него еще одна девушка забеременела, и в это же время появился вот этот молодой человек, который начал со мной переписку. Я думала, что у меня сложная ситуация. Оказывается, ситуация у меня очень даже простая. Зачем ему ваши дети? Ему дети не нужны. Что ему нужно от вас? Ему нужно просто принципиально победить. Вы ему скажите сейчас, ты победил, Вася. Ты победил, Константин. Угу. Вот он победил. Все. И дальше что? Будете сейчас подавать на алименты? Уже. Вы все, подали, суд да? состоялся. Я подала после вот этой ситуации. Мне завели, возбудили уголовное дело в полиции. Также я подала на лишение его родительских прав. Потому что дети настрадались жутко. Я ходила с фингалом в музыкальную школу, а где он ребенка просто отводил в сторону и говорил ей: Алис, если у нас с тобой ситуация, с твоей мамой зайдет ситуация в тупик, я вас заберу в любом случае, чего бы мне это ни стоило. И вот с 21 декабря до Нового года мы буквально, меня мама провожала на работу, нас везде сопровождали, сопровождала полиция. 42 года. Роза. Что я могу сказать? Вообще ну, триллер чудный просто. Товарищ, чудный. Не, ну вы, Женька, это как раз ваше... Надо спасать. Да, я тоже спасать. Ну, я думаю, если они будут как друзья по несчастью, то она его, в принципе, может понять, помочь, как-то приободрить его. Ой, я считаю, что бонусы в этой программе неуместны, поэтому показывайте сюрприз. Я знаю, что Женя тренирует детей. Да, ну, мастер. Это немножко другого рода тренировки, но небольшую гимнастику, либо еще что-то такое, чтобы дети размялись, поскольку они, я понимаю, так немножко устали. Засиделись ужасно. Единственное, я хочу спросить, Юля, у меня вопрос к вам. А как вы думаете, в чем ваш муж победил? Я вижу, вы сильная, красивая, молодая девушка, ничем не сломленная. Ваши дети постоянно с вами, вы их любите, они вас обожают. В чем его победа вообще? Я сейчас совсем не понял, с чем вы согласились, потому что у вас все замечательно.
Единственное, вам только осталось самое малое, это встретить того мужчину, который вас будет поддерживать и с которым вы создаете семью? Ну, в принципе, да. Может быть, когда они сойдутся вместе, они перестрадают каждый свою боль. И когда они освободятся от этого, они друг на друга посмотрят и влюбятся, и будет счастливая семья. Становитесь вот здесь. Как нам встать? А, вот как удобнее. Как удобнее становитесь. Давайте мы разомнем с вами пальчики. Разомнем пальчики. Устали, наверное, да? Очень устали. Очень устали пальчики. Теперь пошире станем. Помашем ручками. Давайте ручками помашем. Замечательно. А теперь давайте корпусы покрутим. Устали, наверное, наклоняться. Ой, устали, устали наклоняться. Хорошо? И давайте попрыгаем. Высоко, 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 высоко. И ручками пытаемся поднять. Ручки поднимаем, поднимаем, поднимаем. Ну, молодцы. Давайте ручки опустим и сбросим. Вот так. Расслабимся. Нравится? Все, ура. Молодцы, умницы. Спасибо, Жень, спасибо. Молодец. Пойдемте. Юль, все у тебя будет хорошо, не переживай. Спасибо, Жень. Очень красиво. Спасибо. Спасибо, Юля, спасибо. Пошла. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов в любое время по телефону 0736. Пока реклама. Евгений, ну как вам эта зеркальная ситуация? Я удивлен, сейчас посмотрел на ситуацию со стороны женщины, если честно. Как вот в лице Юли я увидел немножко противоположную сторону. Я увидел, что женщины так же страдают, как страдаю я. А тебе дядя Жень-то понравился? Да. А как ты думаешь, он маме подойдет? Воспитывает вашу дочь. Да. В перспективе у вас могли бы сложиться отношения? Вот двоих детей бы взяли, не своих? Вы знаете, я не готов отвечать сейчас на подобные Почему? Вопросы. Это достаточно а сложно. А вот какой-то здесь мужчина, именно... который сейчас находится рядом с вашей бывшей женой, воспитывает вашу дочку. Мало того, он борется как может за вашу жену и за право быть с вашей женой и с вашей дочерью. Пусть вот такими запрещенными методами, но он борется. Когда родители заботятся о своих детях, они всегда смогут договориться. Тамара, что там со звездами? Совместимость у вас существует. Я это вижу по глазам. Да. Типа, больше того, я думаю, что вы готовы взять на себя ответственность за детей, но вы присматриваетесь к людям долго. Вот это но, пожалуй. Юля... Просто необходимость взвешивать вот эти принятые решения достаточно сложно ну, да. они даются. У Юли Венера с Марсом в весах, и поэтому она, конечно, сохраняет отношения, даже те, которых нет, до последнего патрона. Плюс ко всему, два скорпиона в одной банке, понимаете, да? Как а вот этот экстравагантный поступок в виде отварных куриных лапок? Ну, это ее любимое блюдо, и, по крайней мере, может быть, ей нравится. Может, закормила этими лапками, и в него что-то вселилось в бывшего? Я же говорила, лапы не всем понравятся. Да? Тихо. Курочку бы предложила. Пожалуйста, проходите и знакомьтесь со второй невестой. Здравствуйте, меня зовут Лена. Евгения. Очень приятно. Поможете пройти, пожалуйста? Пожалуйста. Спасибо. Елена, 27 лет. Управляющая в ресторане. Гордится тем, что одна воспитывает двух дочерей и обеспечивает родителей. Мечтает выучиться на врача. Признается, что воспитывалась в приемной семье. Чтобы избавиться от женатого возлюбленного, Елена пыталась пристроить его в надежные руки подруги, но в итоге была вынуждена вернуть его законной жене. Надеется, что Евгений поможет ей излечить сердечные раны. Здравствуйте, девочки. Какие вы королевишные. Прямо обе. Спасибо. Спасибо большое. Я к вам с угощениями пришла. Это, скажем так, любимые блюда нашей семьи. Это осетинские пироги и пахлава. Вторая невеста Елена. Очень интересная. Очень харизматичная. Что там было с женихами?
Отец моей первой дочки, замечательный человек, прекрасный мужчина, у нас с ним была большая любовь. Мы были молоды, встречались, было предложение, было сватовство, одел колечко на палец, прожили вместе 3 года. Я вне брака? Да. Я забеременела, родила ребенка, начались проблемы. Мы оба были молодые, без опыта. Тетя, смотри, какая красивая. Угу. Очень красивая. У нее 100 шансов, чтобы его выбрали, и мама тоже. А второй ребенок? Второй ребенок тоже замечательный человек. Мы с ним прообщались какое-то время. Через какое-то время я узнала, что... Ну, он мне звонит. И, ну, 3 месяца провстречались. Замечательные отношения. Он мне звонит и говорит: ты, говорит, мне не звони, пожалуйста, сегодня вечером. Ко мне мои приедут. Ну, я думаю, мои там родители, родственники. Он мне про них, про всех рассказывал. Он говорит, я говорю, что родители приедут? Он такой: нет, говорит, жена беременная с ребенком. Жена была на 6-м месяце беременности, сыну было на тот момент 4 годика. Если говорить об Елене и Евгении как о паре, мне кажется, что Лена не его типаж. Вот я пыталась с ним расставаться, вот, и на все мои аргументы он приводил контраргументы. Нужны деньги? Я не хорош? Я плох? Нет, я хорош. Вот тебе... Работа. Зарабатываешь сколько хотел. Я говорю, я хочу жить отдельно от родителей. Вот тебе, пожалуйста, квартира. То есть он вас взял на содержание? Можно сказать, что так, да. И когда вы узнали, что беременны, сказали им об этом? Когда я узнала, что беременна, для меня это был большой шок. Я ему не то, что не сказала. Я ему сказала, что мы с тобой расстаемся. Причин не объясняла. Я не брала трубки. Я неделю не отвечала на сообщения, не открывала ему дверь. Он кричал под балконом. Он тарабанил в двери. В итоге, когда уже у меня в гостях была мама с дочкой, он сказал, я сейчас открою дверь и как бы начну выяснять отношения при родителях. Я вышла к нему, потом через какое-то время, благодаря добрым людям, он узнал, что я в положении. Я ему сказала, что я буду делать аборт. Но для меня, конечно, никакой речи об аборте не шло. Почему? Потому что я не буду убивать своего ребенка. Ей, конечно, нужен такой мужчина. С характером, постарше, волевой. У ребенка в графе отец что стоит? Ничего нет, потому что мы расстались с ним, когда я была на 3-м месяце беременности. Я ему сказала, я не должна хотеть, чтобы ты расстался с женой. Он мне сказал, ты знаешь, да, я, наверное, тоже не хочу, я не готов. А у первого ребенка что? У первого ребенка отец стоит, да. А дети с вами? Дети с моими родителями сейчас живут в Ессентуках. Скажите, не жалко, что дети растут без вас? А каждый день об этом думаю, каждый день об этом жалею. И что в перспективе? В перспективе приобрести жилье, чтобы мы жили как можно скорее вместе. Скорее всего, нет, потому что я жила в Петербурге, я влюбилась безумно в этот город, и для меня большая мечта. А со скольки лет дети с вашими родителями? Когда только родились, наверное? Нет, вот когда я переехала. То есть вы рожали детей и отдавали родителям? Нет, я жила с родителями, когда я рожала детей. Ну, совсем, наверное, мало времени, нет, да? Нет, почему? Я прилично жила. Сами как видите, в чем выход? Выход жить с детьми. Выход жить с родителями, жить с детьми. Но это только, наверное, благодаря мужчине, который вам даст все сразу. Потому что на квартиру заработать в Москве, вы же сами понимаете. Все понимаете сами. Я все понимаю сама, я не ищу квартиры сейчас в Москве, я не ищу всего готового. Смотрите, выход в том, чтобы вместе вы такая девушка боевая, в обиду себя не дадите. Как думаете, почему Евгения так часто обижает? У вас есть какой-то совет? Ну, по поводу, допустим, элементарной ситуации с 1 сентября, он мог прийти, а не ломиться в дом своей бывшей жены. Ну, это же вы повторяете, я уже ему сказала об этом. А взять букет цветов и пойти на 1 сентября? А завтра возьмите все букеты цветов и приходите к нам. У нас завтра праздник. Нет. Какой у нас завтра праздник? Нам 7 лет. Я вас поздравляю. Вы приготовили какой-то сюрприз, я дам. Покажите, пожалуйста. Массажа? Да, дело в том, что когда я жила в городе Пятигорск, я получала дополнительное образование, массажист-косметолог. Поэтому после тяжелого рабочего дня мужчина, приходя домой, всегда хочет расслабиться. Его нужно накормить вкусным ужином, сделать ему приятный массаж, максимально его расслабить, очистить его голову от дурных мыслей, позволить ему насладиться домом, чтобы у него больше не возникало желания этот дом покидать. Я не могу ничего сказать. Естественно.
Спасибо. 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 Спасибо большое. Алина, спасибо. Проходите. До свидания. Спасибо, до свидания. Почему не попробовали пироги? Я сейчас обязательно попробую без... А зря? Я знаю, очень вкусный. Поешьте. И запах шикарный. В отличие от тех куриных ножек, это даже очень. Согласен. Вот это, если она, конечно, сама это, но, скорее всего, не сама. Нет. Готова. А я вот думаю, как до чужого мужчины, которого ты видишь первый раз, дотрагиваться. Вот мне бы даже было неприятно. А что, но глаза это... закрыла? Да. А вам, по-моему, было очень даже там комфортно. А подушка что? Какая? Ну. Да, мне только пироги вкусные. Пироги вкусные, она действительно прихорошенькая. Вот эти все легенды, конечно, по завоеванию Москвы. Нехорошо, что дети растут без нее. Неправильно это, я не на стороне. Все зато правильно, Лен. Ага. Что за вообще говорят? Я думаю, что в душе вы понимаете все движения ее души, ее чувства, правда? Да. Вот это внутреннее есть, но совместимости не будет физической. У нее одни чувства и желания, и вкусы. Да. У вас они абсолютно другие. Вы земля в любви, да. Она огонь. Понимаете? Не, ну у нас еще есть одна невеста. Проходите, знакомьтесь. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Я успела услышать вашу историю. Мне очень приятно. Пойдем. Хочется немножечко подзарядить вас позитивом. Юлия, 24 года. Художница. Мечтает открыть свою мастерскую. Гордится тем, что ее картины продаются за несколько тысяч евро. Признается, что часто отключает сознание и витает в облаках. Предупреждает, что употребляет в пищу только красивые продукты. Во время беременности Юлия поняла, что поведение ее возлюбленного может причинить вред ей и их будущему ребенку, и решила порвать отношения. Надеется, что Евгений будет с ней нежен. Чем же так вас напугал ваш возлюбленный? Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса, позвольте, я сначала подготовила угощение, хочу угостить красивую вас. Еду? Да. Так, Роза, да, для вас. А что это? Это панакота. Значит, мне кажется, он на меня как-то по-другому смотрел. Ну да, как-то более прям, заинтересован. Да, более какой-то у него взгляд. Чем так напугал возлюбленный? Бил вас? Канапе. Нет, Лариса, до этого не дошло, но, наверное, стоит сказать о том, что он не просто меня напугал, он выпивал, и когда он выпивал, он становился абсолютно другим человеком. Как бы до драк у нас не доходило, но он был очень агрессивен, ломал мебель, однажды пытался выбросить мои вещи в окно. Когда вы узнали, что он агрессивный, сумасшедший человек? Почему решились от него родить? Нет, вы знаете, я сначала от него забеременела, затем я узнала, что он агрессивен, и, естественно, я не смогла с этим смириться, и мы расстались. Она такую Лёлечку, она такую хорошенькую. Она, да. У ребенка прочерк в свидетельстве? Да. А вы художница? Да. То есть, а сколько стоит картина ваша? Этим летом я продала 6 работ, стоимостью от 1000 до 3000 евро. Я не именитый художник, я начинающий. Но дело в том, что у меня очень хорошее образование. То есть МГХ имени Сурикова – это один из лучших вузов в России. То есть, в принципе, Нику Сафронову нужно же беспокоиться. Наверное, покажется сюрприз? Да. Пожалуйста. Спасибо. Я приготовила для вас песню, потому что изначально вы позиционировали историю как отношение отца и ребенка. Я решила подготовить для вас песню про отца. Посвящается матерям, тем, кто множество зим и весен отдают в этой жизни нам.
Но ведь есть еще очень важный, дорогой для нас человек, кто идет с нами в жизни рядом. Его имя простое — Отец. Он идет с нами в жизни рядом, охраняя наш сонный покой. Придает. Он будет приходить домой с работы, она его будет встречать, петь ему эту песню, потому что ему не нужен никакой массаж. Она готовит вкусно. И пусть часто его мы не ценим, он готов к нам на помощь прийти, чтобы, используя свой опыт жизни, от ошибок детей защитить. Я люблю тебя, мой папа. Я люблю тебя, и пусть часто не могу это вслух сказать, все же очень твердо знаю в сердце глубоко, что на свете без отца нелегко. Спасибо большое. Проходите. Скажите, а кто автор, кто пишет такие песни жалостливые? Я, к сожалению, не знаю. Я нашла песню в интернете, она мне очень понравилась. Спасибо. Поэтому решила ее. Народ автор. Спасибо большое. Вот если бы мне сказали, что ты ненавидишь больше всего после куриных лапок этих, я бы сказала вот эти жалостливые песни, типа «Папа, скажи, отчего мать не дышит, глазки закрыла». Вот этот вот фольклор. Тюремные, бедных мальчиков, которые сидят на малолетке. Это, папа, мама. Что скажете? Я не могу сейчас ответить на то, что... А на что вы можете ответить? Послушайте, перед вами сидела красивая девушка. Красивая девушка. Да. Но я не услышал, что она ищет какие-то отношения, ищет какую-то поддержку. Что ей нужно, опять же, не озвучила. Я могу сказать только одно, то, что... У нее все в жизни сложится, и очень хорошо все будет. Я вам в самом начале программы сказала, замутитесь с кем-нибудь. За вас сегодня придут бороться. Посмотрите, одна краше другой. Хотя бы на какое-то время. Но это же вас отвлечет от самого главного дела в своей жизни – страдать. Я не страдаю. Да бросьте вы, упивайтесь своим страданием. Конечно. Вы себя так ведете, что даже я вас не хочу. Жень. Ну, хочу вас разбудить. Ну, нельзя, ну вы ж не тетеха. Крышки эти вот это с маленькими детьми. Ну, это я так шучу, конечно. Я уже даже сама себя не хочу, поэтому... Дело не в этом. Только Димку одного Нагиева люблю. Короче, Жень, расстаньтесь с собой несчастливым. Давно расстался, давно забыл. Нет, не расстанься. А тебе? Хорошая девочка. Тем более, я вот кстати, из сектрахи я за нее меньше всего беспокоюсь. Да, конечно, дурочка, что без мужа, ну, нельзя ребеночка так это. Ну, ладно, что ж ей, 24 года, сама зарабатывает, он рисует. Я ищу мужчину, который точно знает, что он хочет в своей жизни. Я бы сказала, что, конечно, больше всего вам подходит из трех девушек и первая Юлия, и вторая. Но, конечно, здесь очень много взаимопонимания. Я думаю, что каждый из вас мог бы друг другу в чем-то помочь. Ну, вот. Проходите в комнату, как вы решили. Спасибо большое. Кто где смотрит. Спасибо, спасибо. Как я рада вас всех видеть. Вообще, что здесь делает шеф-редактор? Хочу поблагодарить тебя за тот прекрасный год, которому мы были вместе. Я беременна. Да ну нафиг. Вот я тебе говорю, ты кобель. Ты кобель. Предлагаю всем выйти и поддержать Евгения. Я очень рад, что все-таки из всех твоих сомнений я вижу, что ты очень достойная, красивая. Я рад, что у тебя красивые дети. Вижу ту непростую ситуацию, в которой сейчас находятся малыши. Я думаю, все будет хорошо, и, по крайней мере, я готов быть рядом с тобой для того, чтобы помочь тебе в любом моменте, как только ты попросишь и скажешь что-то. Можно я тебя обниму? Можно.
Спасибо, Жень. Ты молодец. Мне сейчас, да, помощь очень необходима, психологическая. Будем дружить? Вы? Дайте мне. Ой, ты умница. У нас есть пара, Евгений и Юлия. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Спасибо. Спасибо.